В администрации состоялось отчетно-выборное собрание Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. На встрече присутствовали ведущие экологи-активисты со всего Подмосковья. Они подвели итоги пятилетней работы и поздравили друг друга с профессиональным праздником. Подробности у Луизы Егезарян. Московское областное отделение Всероссийского общества охраны природы было создано в 1924 году. Уже почти век организация стоит на страже окружающей среды. Сегодня она объединяет более 1000 специалистов в разных округах Подмосковья. Их задача – сохранить и приумножить зеленый фонд региона, защитить от загрязнения водоемы и почвы, контролировать количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Последние годы, я оцениваю, последние десятилетия, наука двигается вперед и ставятся всевозможные очистные сооружения, улавливатели. И поэтому это все происходит благодаря вашему труду, потому что мы все хотим жить в комфортной, чистой среде. С 2014 года подмосковное отделение Всероссийского общества охраны природы возглавляет Яков Бакунев. На отчетно-выборном собрании его повторно избрали председателем на ближайшие 5 лет. Решение принято единогласно. Проблем очень много, и в том числе размещение отходов. Поэтому наша задача – все уголки Московской области охватить нашим влиянием и, самое важное, возродить общественный контроль в том виде, которым он должен быть. Мы договорились о проведении через месяц конференции по общественному контролю. Отчетно-выборное собрание совпало с празднованием Всемирного дня защиты окружающей среды. По этому поводу лучшим представителям экологической общественности вручили награды и памятные подарки. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.